победа, подарок на Новый год получает вот такую вот часть. Вот здесь, чтобы дверь закрывалась. Наконец-то. Это была шутка. Победа в подарок на Новый год. Получила победу. А что у нас получает в подарок? Наш любимый мотоцикл М62. Сегодня мне досталась вот эта рама, вилка, колеса, довольно-таки старинный багажник. И вот багажник мы, скорее всего, тоже поставим на этот велосипед, если у нас станут на него крылья. Багажник как раз в стиле тех годов. Что привлекло в этом объявлении? Что... Очень маленький зазор был между покрышкой и верхней частью вилки и заднее колесо. Заднее колесо у нас отсюда уходит. Та-дам! Вот сюда. Это, собственно говоря, есть наш подарок для этой рамы. Остается теперь разжиться передним колесом. Весь интерес в том, что здесь колесо V-образного профиля, такое, как применялось как раз для изготовления этой рамы. Вернемся к вилке. Вилку я предварительно рассмотрел и увидел на ней маленькую букву Б. Собственно говоря, логотип фирмы Bridgestone. Вот такая буковка Б. Сверху четверочка. Вот у нас есть такая отличная вилка от велосипеда Bridgestone. Главное, чтобы резьба была целая, потому что какие рельсы восстанавливать. Больше всего досталось Уралу. Это новые грипсы, новая ручка газа, мотор с коробкой, у которой такая же голубая лапка, как он сам. Там вообще куча запчастей по сцеплению, тросики, в общем, много всего интересного. Гарри, ты что, тоже чего-то хочешь?
А, у меня для Гарри есть подарок. Идем, Гарри. Идем. Ну и, конечно же, Гарри не остается без подарка. Гарри получает новый ошейник. Да, Гарри? Так, снимаем эти все бирочки. Давай сюда свой ошейник. Оу! Па-бам! Ничего себе, Гарри, ты откормил свою шею. Ренес. Вот.